волшебная, потому что с одной стороны ты маленький, а с другой ты большой. Видишь? С одной ты маленький, а с другой огромный. Вот такое вот у нас зеркало с тобой. Вот в это зеркальце покажи зубки. Сделаем заборчик. Да, молодец, хорошо. Отлично. Спрятали заборчик. Нет заборчик. Еще заборчик. Молодец, хорошо. А теперь мы сделали с тобой заборчик, а потом сразу дудочку. Да, там большой будет забор. Настоящего богача забор. Ну-ка покажи. Забор покажи туда большой. Вот такой. И дудочку теперь вытянем. Угу, молодец, хорошо. Повернули волшебное зеркало вот так, правильно, да? Теперь мы с тобой качельку делаем. Язычок наверх потянулся, опустился, потянулся, опустился наверх, вниз, прозевайся, наверх, вниз, наверх, вниз. Твой язычок точно так же делает качельку. Наверх, вот, и вниз, и наверх. Наверх, 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 сюда тяни, и вниз. Ага, еще наверх, и вниз. Хорошо, молодец. Теперь вкусное мороженое мы облизываем язычком. Прям облизываем, держи. Облизываем верхнюю губочку. Ага. Еще, еще, еще. А теперь улыбнулись с тобой, открыли рот и облизываем. Умничка, молодец. В зеркало посмотри, волшебное есть? А если посмотреть, как большой язык делает? Ну-ка давай. Облизывает. Ага, молодец. Как да, получается у тебя. Хорошо. Теперь ты хочешь в большое смотреть? Как будто ты уже большой или в маленькое? А, в маленькое, да, правильно. Перешел к нам индюшок и делай так. Болтушка. Да, только не очень громко. Спокойно, но быстро. А ручкой можешь так? Одевай. О, молодец какой, хорошо. Лошадка прискакала. Язычок, да, твердый стал язычок. А теперь лошадка загрустила. Помягче язычок. И опять веселая. Сильнее улыбайся. Вот, молодец, хорошо. Молоточек. Молоток стучал-стучал, гвозди в доску забивал. Да, только язычок у нас умеет как молоточек делать. Ты-т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 ы. Теперь давай с тобой подразнимся. Да-д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 а. А теперь зубки закроем заборчик. И говорим, молодец еще. Закрытые зубки. Молодец, умничка. Иголочку тянем вперед. И спрятали. Еще и спрятали. Еще тянем. И молодец какой, хорошо. Чистим зубки. Верхние. Молодец, хорошо. Это вот лягушка у тебя тут сидит, чтобы тебе не было скучно. Как лягушка разговаривает, ты помнишь? Забыл, как она говорит? Ква-ква-ква. Ква-ква-ква. Лягушка. Лягушка. Аккуратно с зеркалом. Всегда беру только обязательно стерильные перчатки. Некоторые работают не стерильными, я не хочу. Чтобы какие-то проблемы возникали от того, что у логопеда были не очень чистые руки. Поэтому я беру стерильные перчатки. И только потом в них уже беру зонтики. Угу. Так, ну поехали. Я к тебе вот сюда подхожу, беру маленький зонтик. Вот где наши мы бальдишками вешали с тобой в прошлый раз? Вот она. Смотри, да? Сюда язычок, смотри в зеркало на себя. Язычок, держи, пальто падает, держи наверх. Держи, держи, держи. Вот, молодец, молодец. Умничка еще. Пришли в театр, надо пальто повесить. Держи, держи. Суй в дырочку, смотри, где дырочка. Ага. Ты сам хочешь, давай я. Ага. Держи, держи, держи. Держи. Вот так, молодец. А теперь наоборот.
Я буду наверх тянуть, а ты вниз. Тащи, 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 тащи. Вот так. Еще тащи, тащи, тащи. Молодец, хорошо. Дальше пошли. Массаж. О, большой. Саночки поездят по язычку. У нас тонус нарушен, потому что у нас дизартрические нарушения небольшие есть. Нам нужно язычок научить сокращаться хорошо, прятаться в рот. А ну-ка, спрятали язычок. Язычок начали зубки кусать. Язычок испугался и спрятался. Давай, высовывай сюда в дырочку. Вот. А теперь я тебе его покручу, покручу. Мягенький будет. Вот так, наверх и вниз. Вот. Вот, молодец. И спрятался. Теперь в дырочку лезет. Тянется. Тянется, молодец. Тянется, плоский, покручу. И спрятался. Теперь зубки покажи, большой забор. Заборчик, да. И заборчик, и у нас от заборчика... Стой, дружок. Забор. Закрывай, где забор? Заборчик. Дуем. Хорошо, молодец. А теперь дуем и открываем. Нет. Хорошо. А теперь соединим. Са. Нет, язык не суем. Через забор дуем. Нет, через забор. Са. Еще разочек давай. Еще, сейчас будет ежик катать себе язычок. Давай, еще. Нет, заборчик. Са! Успевай, давай. Пришел ежик к тебе. Покатаем, покатаем. Покатаем. Крути, пожалуйста, кончиком языка палочку. Крути. Опа, еще, крути. Карусель. Крути. Туда-сюда и спрятался. Выскочил и спрятался. Выскочил и спрятался. Все, теперь ежик сам покатает тебя. Вот так язычок. Массаж, конечно, ему же хочется. Думаешь, что? Язычок всегда работает, работает, а массаж никто не делает ему никогда. Нужно массаж поделать чуть-чуть. Вот, молодец, хорошо, умничка. Крути еще палочкой, крути. Наверх, наверх, вот так я тебе. Опа, оп. А теперь вниз, вниз катай. Вниз его, вниз, вниз, еще. Давай, давай. Ага, вот так, молодец. Хорошо. Вот для того, чтобы утопить язычок, вот этот шпатель, потом поближе покажу. Забор. Да, открой, да, я туда залезу и буду там жить с твоими зубками. Открой. Открой. Вот, все, закрывай забор. Закрывай. Говори. Не, язык не высовывай. Да, хорошо, еще. Молодец. А теперь... Вот от этого длинного и откроем. Са! Хорошо, молодец. Молодец. Все, на этом мы заканчиваем сеанс этот с тобой. И вспомним, какие у нас бывают времена года. Да! Да! О, ты какой громкий. Да! Потому что у тебя зеркало большое, нет, маленькое. А так как будет? Да! О, вот видишь, как на тебя влияет. Так, смотри, пожалуйста, сюда. Времена года у нас. Мы повторяем с тобой. Я тебе показываю картинку, а ты говоришь, какое время года это. Можно тут узнать, какое время года? Нет, потому что никак не узнаешь. Листиков нету, людей нету. Может и зимой солнце светить. Да? Да. Покажи, где зима. Вот она. Где лето? Это весна. Видишь, розовенькое такое все, только листики растут. Лето. Вот такое более темная зелень. Где осень? Листья падают. Осень. Осень и весна. Весна. Теперь скажи, осень. Осень. Угу. Лето. Лето. Зима. Зима. Весна. Весна. Молодец. Вот эта картинка. Можно узнать, какое время года? Нет. Нет, потому что нету никакого дерева и нету никаких людей. По одежде не узнаешь. Здесь можно узнать, какое время года? А поможет это качаться. Качаться. А какое время года? Зима, что ли? Это зима? Нет. Нет, это лето. Нет. Да, это лето. Молодец. Это зима? Нет. Нет, это лето. Ой, да ты как я делаю. Ой, как ты делаешь. Молодец, давай сюда язычок. Язычок, ой, заплачет сейчас.
смотри, положи туда, где зима. Где зима на картинке, на большой. Вот она, молодец. Это лето, правильно? Зеленое все. Где лето у нас здесь? Это город, но это лето. Угу. Это какое время года? Посмотри, во что люди одеты. Тепло или холодно им? Тепло. Им тепло, значит, это да. Но это где-то или весна, или осень. Это какое время года? Куда положим? Листья желтеют. Желтеют. Это осень, молодец. Здесь все листья зеленые. Значит, это какое время года? Нет, темно-зеленые. Это лето. Лето. А вот здесь светло-зеленые. Только новые выросли. Значит, это что? Весна. Все, молодец, молодец. Ты уже немножко лучше знаешь, запомнил. Сейчас посмотри, пожалуйста, сюда. Где здесь у нас слова на букву Б? Звук Б. Скажи Б. Б. Да. Кто у нас на букву Б? На звук Б. Кто вот здесь? Кто? Белка. Белка. Бабочка. Бабочка. Что еще? Пушка подходит? Пушка. Подходит? Бушка? Походит. Нет. Походит. Бушка. Пушка. Или пушка? Пушка. Вот, значит, не подходит. Барабан подходит? Не подходит. Подходит барабан. Не подходит. Да. Ты уже шутишь. Одевай еще. Барабан на П? Барабан. Он что, одевает? Он деревянный? Да. Ну и что? Мы же на букву Нет. называем. А пушка какая? Тоже деревянная. Тоже деревянная? А вот это же не деревянная, тоже чугунная, такое железное. Бочка подходит? Пушка подходит. Пушка подходит тебе только, больше ничего, да? Все ясно, хорошо. Ладно. Давай дальше смотреть. Посмотри внимательно. Гномик пришел к лисятам, к бельчатам и к зайчатам. Что гномик подарит бельчатам? Ягодки. Да? Зайчатам гномик подарил две... Что? Две что? Что две? Морковки. А еще я А еще для бельчат он подарил что? Пять чего? Шишек. Пять шишек. Две морковки для зайчат. Пять шишек для кого? Бельчат. Для бельчат.